Благословение вам, я апостол Гильермо Мальдонадо, приглашаю вас на нашу новую программу «Сверхъестественное сейчас». Именно сейчас Бог хочет исцелять вас, освобождать, касаться вашего тела и приносить вам различные блага. Я очень счастлив. Наступил Новый год, и хочу, чтобы вы были готовы, потому что Бог собирается удивить вас, собирается благословить вас и коснуться, собирается сделать что-то новое, чего вы никогда раньше не видели. Добро пожаловать на первый курс программы «Сверхъестественное сейчас». Вместе со мной здесь два моих прекрасных друга, замечательных друга, апостол Ренни и пророк Кэсси. Добро пожаловать, спасибо, что пришли. Я думаю, что это будет наилучший год для наших зрителей. Иисус пришел на землю, чтобы учить и показывать сверхъестественное с помощью чудес и знамений. Бог не изменился. Бог сверхъестественный. Апостол Гильермо Мальдонадо был призван принести сверхъестественную силу Божью этому поколению. Уже 25 лет он обучает и наставляет верующих по всему миру делать то же самое. Приготовьтесь получить свое чудо сегодня и позвольте Богу использовать вас, чтобы показать Его силу здесь и сейчас. Осмельтесь поверить Его истине. Она реальна, и вы можете пережить ее уже сегодня. Сверхъестественное сейчас. Благословение вам, я апостол Гильермо Мальдонадо. Очень рад и нахожусь в полном предвкушении того, что Бог будет делать в этом году. Хочу, чтобы вы были готовы к этому. Поприветствуйте вместе со мной апостола Ренни. Добро пожаловать и пророка Кэсси. Я знаю, что многие из вас смотрят нас сейчас и думают, что же Бог запланировал на этот год. Вы знаете, сколько людей ищут направление от Бога, что произойдет и что говорит Бог. Если вы смотрите нас и у вас тоже возникает желание узнать, что говорит Бог, апостол, что вы услышали от Бога насчет этого года? Насчет этого года Бог сказал мне, что это будет год или время восстановления всего. 13-й год, люди начали хорошо, все шло довольно-таки неплохо, но посреди года у людей начались неудачи, и они препятствовали движению Божьего Духа. Поэтому это происходило до конца года. Так вот, Господь сказал, что 2014 год будет годом восстановления всего того, что было утрачено. Наши неудачи станут нашим возвращением. Хорошо, а кто-то из наших зрителей может сказать: «Я потерял свою семью, я потерял работу, я потерял свой дом». Это ободряющее слово для назидания их духа. Именно так, именно так. Пророк Кэсси, а что вы слышали насчет этого года? Я верю, что в этом году мы увидим сверхъестественный взрыв, потому что мы в нем нуждаемся. Нам нужно увидеть то, что обещал нам Бог. Мы видели лишь струйку сверхъестественного, но, поездив по миру в прошлом году, я увидела, как возросла жажда. Проявление и пророческое слово — это не просто пророчество общего характера, а конкретные и точные пророчества с именами, адресами и мельчайшими деталями из жизни людей, которым говорил Бог. Все собрания, тысячи людей падали на колени и говорили: «Бог точно существует, потому что никто не мог знать таких мелочей». Когда вы были в тех местах и служили Словом Божиим, Господь давал конкретные детальные пророчества. Это было невероятно. Прошлый год отличился двумя особыми событиями. Во-первых, Господь очень коротко обратился ко мне. Он был немногословен. Прямо посреди собрания в Южной Америке Господь показал мне человека с пулей, с пистолетом в кармане. Он собирался застрелиться после собрания. Я остановилась прямо посреди служения, Господь сказал: «Позови его прямо сейчас». По имени или как? Да, по имени. Я обратилась к нему и сказала, что в зале есть
есть мужчина, у которого есть пистолет. Там было около 8000 человек. И, наконец-то, где-то через 15 минут этот мужчина вышел, и я сказала ему: «У вас в правом кармане пистолет. Отдайте мне его». Он достал пистолет и сказал: «Я пришел сегодня, чтобы примириться с Богом, но я пойду домой и покончу с собой». Мы забрали у него пистолет, и я сказала: «А теперь отдайте мне последнюю пулю, которая осталась в вашем правом кармане». В этот момент все собрание было просто в шоке. Он опустил руку в карман, и когда он достал из него пулю, все поняли, что это был Бог. Никто не знал об этом. Просто удивительно. Сейчас нас смотрят многие люди, и именно это Бог хотел сказать своему народу. Апостол, какие вы можете дать практические советы, чтобы люди могли привести себя в соответствие с тем, что говорит Бог? Что вы можете сказать домохозяйкам и другим людям? Одна из вещей, которую я могу посоветовать людям — научитесь различать смену сезонов, следите за переменами. Вы не можете войти в новое, если будете продолжать делать то, что делали ранее. Поэтому сейчас нужно кое-что менять. Некоторым из наших зрителей нужно, так сказать, избавиться от лишнего. Дело не в том, чтобы делать то, что мы умеем делать хорошо. Вам нужно избавиться от лишнего. Какие-то вещи вам нужно будет обрезать и начать заново. Есть определенные явления, за которые вы держитесь и пытаетесь перенести с собой следующий год. Это нужно оставить. Я даже осмелюсь сказать, что Бог трясет именно то, за что вы так сильно держитесь. Новое находится в Божьих руках, но вам нужно отпустить старое. Сделайте это, пожалуйста. Что люди могут сделать, что могут сделать наши зрители, чтобы осуществить этот переход к новому? Во-первых, разберитесь в своих отношениях, станьте подотчетными и позвольте мне более детально поговорить с вами об отношениях. Я хотел сказать, что вам нужно разобраться, кто ваши друзья, а кто просто знакомые. Вам нужно разобраться, с кем вы проводите свое время. Если вы находитесь в непродуктивных отношениях, то избавьтесь от них. И вы должны сказать себе: «Это было тогда, а сейчас мне это не подходит». Будьте внимательны, в кого вы вкладываете свое время. Принцип номер один — вкладывайте свое время в Царство Божие и вкладывайте свое время в себя. Я заметил еще кое-что. Мы занимаемся всем подряд, но не вкладываем время в себя. Думаю, что этого нам не хватает. У нас есть все остальное, но мы не вкладываем время в себя. А когда вы будете вкладывать время в себя, вы наконец-то научитесь отдыхать. Именно во время отдыха вы избавляетесь от стресса. Итак, это те вещи, от которых мы должны избавиться. Уверен, что все мы, наши зрители, сможем найти отношения, в которые мы вложили себя, и от которых не было никакого плода. Понимаете, это как держаться лжеобетований, которые никогда не сбудутся. Вы должны понять, что даже если Бог и обещал вам что-то, то это может не состояться из-за того, в кого вы вкладываете свое время. Не позволяйте вашему сочувствию уничтожить вас. Вам нужно разобраться в этом. Считайте свое время и относитесь к нему как к святому. Хорошо, то, о чем говорит сейчас апостол, очень сильно. Если вы смотрите нас сейчас, то мы хотим за вас помолиться. Знаю, что он затронул серьезный вопрос. Бог проговорил к нему и сказал, что он будет восстанавливать все. Вам нужно ухватиться за это. Если вы смотрите нас сейчас и проходите через серьезные трудности, проблемы и препятствия, то сейчас самое время подняться и ухватиться за это обетование, в котором Бог говорит: «Я восстанавливаю все». Что нужно сделать для этого? Я попытаюсь вам объяснить, что имею в виду. Когда израильтяне вышли из Египта, то думаю, что в церкви мы рассказываем эту историю с христианской точки зрения. Мы не смотрим на глубину произошедшего. Если вы посмотрите на еврейское писание, то увидите, что там написано: когда израильтяне вышли из Египта, то они вышли с трофеями. Трофеи — это добыча с поля боя. Если написано, что они вышли с трофеями, так оно и было. Ух ты, это сильно. Продолжайте, апостол. Мы просто берем слово и говорим: просто Бог сказал свое слово, вот и все. Мы думаем, что когда фараон отпустил их, то они просто ушли. Нет, все было совсем не так. Хотя фараон и сказал: пусть идут, но люди, которые были под фараоном, не отпустили их так легко. Им пришлось сражаться. Вот почему в Библии написано, что они вышли с трофеями. Трофеи указывают на то, что была борьба. Знаете, что я говорю людям? Если вы не хотите бороться или сражаться за то, во что вы верите, то вы к этому не готовы.
не готовы. Пожалуйста, поймите меня правильно. Вы не готовы к успеху, если вы не готовы бороться за этот успех. Ух ты, это именно то, что случилось с Давидом. Да, вам нужно за него сражаться. Давид не принимал как должное то, что он был помазан на царство. Сверхъестественное божественное будет расти, когда сверхъестественная тьма будет тоже расти. Мы сами видим этот рост сверхъестественного, как вы и говорили. Да, и мы должны это видеть. Да, мы увидим сверхъестественную тьму. Бог дает нам слово, но нам нужно сделать шаг вперед и сделать что-то с этим словом. Нужно сражаться. Некоторые люди лишились своих домов. Если вы посмотрите на них, это грустно. Я продолжаю думать обо всех людях, которых я знаю, которые оглядываются на 2013 год и думают: «Я провалился, я был в церкви, я знаю Господа». Пасторы говорят: «Я потерпел неудачу, я потерял людей, свое собрание, я неудачник, я потерял свою семью» и так далее. А дьявол настроил их так: «Ты потерпел неудачу, и это конец». И когда вы говорите, что этот год восстановления всего, год восстановления того, что они потеряли, выглядит так, будто бы Иисус потерпел поражение, но это не так. После его поражения, после его смерти была жизнь. Главное условие — сражаться. Сражаться. Итак, вы увидели что-то в духе. Да, израильтяне имели обетование, что они будут свободны. Им было обещано искупление, но это произошло не очень быстро. Они прошли процесс восстановления. Многие люди получили пророческое слово, и они решили, что оно исполнится просто так. Они не понимают, что иногда пророческое слово дается для того, чтобы вы разработали стратегию для борьбы с врагом. Поэтому я могу проследить свой путь от сегодняшнего дня до исполнения пророческого слова. Большинство отношений, которые у меня были от Бога, я мог проследить от пророческого слова. Я могу доказать вам, что есть отношения, в которые вел вас Бог, и вы знаете, что они от Бога. Да что вы говорите? Поэтому, когда Бог соединяет вас с какими-то людьми или местом, то вам нужно бороться за эти отношения. Некоторые из вас слушают неправильные голоса. Если Бог связал вас с мужем Божиим, если Бог связал вас с женой Божией, то какое имеет значение все то, что говорят окружающие? Поэтому мы должны прийти к тому, чтобы получить пророческое слово, оставаться ему верным, а также бороться за него. Интересно, сколько всего мы бы потеряли, если бы отказались бороться? Пророк Кейси, пророческое слово происходит само по себе или нам нужно что-то с ним делать? Скажите. В Тимофея написано: «Не забывай пророчеств, сказанных, провозглашенных над тобой, чтобы с их помощью». Они даны как инструмент для борьбы, для ведения войны. Даже в библейской школе на теме «Дары служения» мы говорим студентам: «Вы не получаете пророческое слово и тут же входите в него, как в нирвану. Вы должны взять это слово и поместить его в руку, как меч, и вести войну». Враг не хочет, чтобы это произошло, но Бог говорит: «Твоя семья будет спасена, твой муж будет спасен, твои дети вернутся». Он говорит вам, потому что знает, что таким будет конечный результат. Только если вы подниметесь и будете сражаться за свою веру. Как сказал апостол, нужно бороться за это слово и ничего больше. Вы слышите это? Бог говорит, что у вас восстановится все, но вам нужно бороться. Таковы условия. И вы не будете бороться по плоти. Ваше оружие духовное, и нам нужно действовать в сфере сверхъестественного. Нам нужно действовать в духе. Итак, нам нужно взять то, что говорит Бог, также Бог будет убирать каких-то людей, какие-то отношения, приведет новых. Бог будет соединять нас с людьми, потому что на это есть причины. Есть люди, предназначенные Богом специально для вас, и вы предназначены для каких-то людей, чтобы вы вместе ухватились за пророческое слово и сражались вместе. Я в восторге! Также мы должны понимать, когда вступать в борьбу. Совершенно верно. Это именно то, о чем вы говорили, о сверхъестественном. Понимаете, если вы слышите Бога, то вы никогда не поступите неправильно. Подумайте об этом в свете Библии. Сам Бог говорит об этом. Возьмите пост на имена своих врагов, говорит Господь. Даже не произносите их имени. Возьмите пост, не вкладывайте их в свои уста. Не говорите. Я бы даже сказал, не вспоминайте. Ух ты. Нас сейчас смотрят люди, которые говорят: «Дайте мне практические советы». Вот вам практические советы, которыми мы можем воспользоваться. Если вы потеряли жену, дом,
домом детей. Вы знаете, что главной причиной депрессии является потеря того, что близко нашему сердцу. Вы часто видите людей в депрессии. Они периодически впадают в депрессию. Но это год не для депрессии. Это год, когда вы должны встать, сражаться, верить в то, что Бог, Он Бог сверхъестественного. Он всемогущий Бог. Божья сверхъестественная сила — это реальность. Ощутите Его любовь в действии, когда Он меняет жизни многих людей по всему миру, принося изменения, освобождение, исцеление и различные чудеса. Поверьте в чудо вашей жизни сегодня. Я работал в парикмахерской и зарабатывал всего $500 в неделю. Решил принести первые плоды и решил верить в свой бизнес. Я сказал, что хочу иметь большую парикмахерскую, поэтому решил отдать все, что у меня было. У меня была всего 1000 на счету, и я ее отдал. Сейчас у меня свой бизнес, который стоит $12,000. Через год после этого я решил поверить в то же самое. Я решил дать еще больше, чем за год до этого. И сейчас я открываю склад стоимостью в $30,000. Такие изменения. Я была на служении, где апостол Рэнни говорил об открытых небесах. Меня будто бы прошибло током, и я знала, что небеса были открыты. И он сказал: «Увидьте это». И что произошло? Я попросила мужа передать мне сумку, а до этого я попросила его взять с собой чековую книжку. Я выписала чек и сказала: «Во имя Иисуса я провозглашаю прорыв». Пастор, 4 года я пыталась добиться изменений к моему договору об ипотеке. 4 года они мне отказывали. 4 года. А вчера мне позвонили и сказали, что изменения внесены. Аллилуйя! Я переехал сюда полгода назад и сразу нашел работу на 19 тысяч в год. Я молился о новой работе. Пришел на собрание, и после собрания ничего не изменилось. Тогда я сказал Господу: «Со среды я ухожу в 3-дневный пост». И начал поститься. На второй день я получил письмо от психолога из университета Майами. Она пригласила меня на собеседование. Итак, я пришел на собеседование, еще до того, как я смог что-то сказать, она мне заявила: «Слава Богу, пришел хоть кто-то многообещающий». Я лишь удивленно посмотрел на нее. Меня спросили, сколько бы я хотел зарабатывать. Я сказал: «Не знаю». Она ответила, что планировала зарплату в 27 тысяч, а я сказал, что хотел бы 30. Ух ты, невероятно! Воздайте аплодисменты Господу! С возвращением, вы смотрите «Сверхъестественное сейчас». Знаете, что часто люди говорят об историческом Боге. Я знаю, что когда-то Бог делал то и это, совершал чудеса. А как сейчас? Бог хочет совершать это сейчас. Итак, мы продолжаем говорить о Слове Господа на этот год. Приготовьтесь слушать. Мы продолжаем. Когда вы сказали, что Бог всемогущий, то в этом имени нет недостатка. Хвала Иисусу! Поэтому Бог проговорил ко мне, и это слово так сильно во мне. Мы придем к тому, когда узнаем всемогущего Бога. Откровение о небесах заключено в слове «всемогущий». Если помните, старцы ходят вокруг престола и говорят: «Свят, свят, свят». Но затем написано, понимаете, мы слышим, что вокруг престола говорят только «свят, свят, свят». Но затем они говорят: «Господь, Бог всемогущий». Это означает, что все на небесах должно подчиняться этому откровению. Поэтому на небе нет неподчинившихся. Понимаете, если мы не можем подчиниться здесь, то не сможем подчиниться и там. Итак, мы входим в откровение о всемогущем Боге, в котором нет недостатка. Знаете, когда Бог сказал Аврааму: «Ходи передо мной и будь совершенен», то в оригинале это написано намного сильнее. Там написано: «Ходи предо мной и будь целостным». Итак, мы целостны только тогда, когда у нас есть откровение о всемогущем. Хвала Иисусу! А что Бог делал в вашей жизни последние 3 месяца после того, как вы получили откровение о всемогущем Боге? Расскажу вам, что делал Бог со мной. Бог довел меня до края моей веры. Что я имею в виду? У каждой веры есть свой край. Независимо от того, сколько сверхъестественных вещей вы видели в своей жизни, мы все приходим к такой точке, к такой ситуации, когда мы не знаем, что делать. Рост веры невозможен без новых откровений. Прогресс моей веры произошел тогда, когда Бог дал мне откровение о всемогущем Боге. Я только что об этом говорил. Вот что произошло.
полностью изменился мой взгляд. Когда Бог еще больше откроется вам, то Он позволит вам увидеть эту ситуацию Его глазами. Не забывайте, Он всемогущий. Да-да, скажите об этом, и вы начинаете мерить по-большому. Большое становится еще большим. И прямо сейчас, пока я говорю, чье-то большое становится еще большим. Подумайте об этом. Да. Итак, мы придем к этому и осознаем, что Бог хочет, чтобы мы увидели Его могущество. Понимаете? Нас смотрят и слушают множество людей, и я уверен, что это откровение проникает в ваш дух. Это год, когда Бог всемогущий, не просто могущий, а всемогущий, в котором нет недостатка. Итак, вы являетесь кандидатом на получение того, что делает Бог. Мы молимся о вас. Если вы смотрите нас сейчас, и у вас есть какие-то нужды, возьмите телефон и позвоните нам. Мы помолимся за вас. Пророк Кесси, есть люди, которые потеряли все. Они расстроены, полны страха и неуверенности. Они говорят, неужели этот год будет таким же, как и предыдущий? Можете ли вы поделиться словом от Бога и послужить им? Да, конечно. Этот год был не похож ни на какой другой год моей жизни. Я видела, как рушились мои мечты. Мне казалось, что это провал, мне казалось, что это конец, но я и не догадывалась, что Он не просто могущественный Бог, а всемогущий. Всемогущий, у Него не было ни одного провала. Сейчас очень многие переживают, что это конец, и хуже уже некуда. Все так плохо. Ситуация в мире ухудшается, жизнь стала опасной. Мы живем в этом мире, но мы не от этого мира. Есть больше царство, чем то, в котором мы находимся сейчас. Посмотрите, что Он сделал для вас без веры. И представьте, что Он может сделать, если у вас все-таки будет вера. Бывали случаи, когда я не верила. Я говорила, «Боже, это сделал Ты, а я даже не пыталась. Я даже не просила Тебя об этом. А что бы Ты сделал, если бы у меня была вера?» И я обращаюсь к тем, кто сидит сейчас у себя дома. Домохозяйки, пасторы, вдовы, студенты. Это наркоманы, алкоголики. Я обращаюсь к тем, кто говорит, «Впереди меня ждет только смерть. Когда-то я знал Господа, но Ему больше нет до меня дела. Ему всегда есть до вас дело, у вас всегда есть надежда. Говорю вам из личного опыта, Он никогда не махнет на вас рукой. У Него всегда есть для вас еще один план, еще одно место. У Него есть еще один план для вас. Он всемогущий Бог. Ободритесь, Господи. Поэтому я поощряю вас сегодня поднять свою голову и двигаться вперед». Спасибо. Помолитесь за них. Некоторые нуждаются. Отец, прямо сейчас я благодарю Тебя во имя Иисуса. Ты видишь ситуации этих людей. Я тоже находилась по ту сторону камеры. Я знаю, что значит сидеть на кровати, на полу, сидеть посреди кухни и думать, это конец. У меня было все самое лучшее, и я все это потеряла. Не осталось даже надежды. Ты пришел ко мне прямо в спальню, прямо в бар, прямо в гостиничный номер. Отец, приди к этим людям прямо сейчас, где бы они ни находились. Ты говоришь, что надежда есть всегда. Пока есть дыхание в вашем теле, всегда есть надежда. Я молюсь об этих людях прямо сейчас. Приди к ним, посети их, Господь. Пусть они ощутят Твое присутствие, Твое помазание. Господь, приводи к ним людей. Пусть зазвонит телефон, пусть они подойдут к телефону, и кто-то согласится молиться с ними. Необходимо всего лишь горчичное зерно веры. Отец, дай им новое начало, новый год, совершенно новое будущее. Спасибо Тебе, что Ты прямо сейчас делаешь в их жизни процветание. Я провозглашаю надежду, утратившим надежду, в могущественное имя Господа Иисуса. Я пророчествую вам сегодня. Господь придет в вашу ситуацию и перевернет ее. У Него это не займет много времени. Он сделает это меньше, чем за 24 часа. Он может изменить вас. Спасибо, Отец. Аминь. Отец, во имя Иисуса, я благодарю Тебя, и, как молилась Кейси, пусть произойдет перемена. Плену приходит конец, цепи разбиваются. Мы провозглашаем, что люди свободны. Мы провозглашаем, что все, что стоит на пути их предназначения, удалено и уничтожено.
Отец, я сейчас провозглашаю рост во имя Иисуса Христа. И я благодарю Тебя, Отец, за то, что Ты всемогущий. Вы слышали слово? Это уже свершившийся факт. Если вы никогда не принимали Иисуса, если вы смотрите нас сейчас и говорите, «Я один из тех людей, мне нужен Иисус», то повторите за мной эту молитву. «Отец, во имя Иисуса, я каюсь во всех моих грехах. Я исповедую своими устами, что Иисус Христос — мой Господь и Спаситель. Я верю всем своим сердцем, что Бог Отец воскресил Иисуса Христа из мертвых. Я спасен, я свободен». Аминь. Хвала Иисусу! Это будет наилучший год вашей жизни. Я провозглашаю на вас Божие благословение и благоволение во имя Иисуса. Вы можете слышать Бога сами, получать свежие откровения и очень практичные инструкции. Новая книга апостола Мальдонадо расскажет вам о том, как вы можете иметь более близкие и сильные отношения с Богом через пост и молитву. Это приведет вас к миру, процветанию, прорыву и победе, которые Бог приготовил для вас в этом году. Это Новый год, поэтому сделайте все по-новому. Позвоните нам прямо сейчас или посетите наш веб-сайт, чтобы получить эти мощные ресурсы и научиться слышать Божье Слово и направление для вашей жизни. Молодежная конференция «Прыжок в реку». Благословение вам. Я знаю, что многие из вас борются со страхом. А что, если я скажу вам, что с помощью этой книги, побеждая страх, вы можете получить свободу прямо сейчас? Вы можете загрузить ее себе в PDF-формате. Хочу сказать вам, что, приобретая эту книгу, вы помогаете мне достигать тысячи, даже миллионов людей, касаться их силой Божией и приводить их к спасению. Жизни меняются и трансформируются под воздействием Божьей силы. Помогите мне доносить Евангелие до людей, которые никогда не знали Иисуса как своего личного Спасителя. Закажите эту книгу. Будьте благословлены, и спасибо вам за вашу поддержку. Да благословит вас Господь! Спасибо, что смотрели нас. Обращайтесь к нам за молитвой и материалами, которые благословят вас. Спасибо, что смотрели сегодняшнюю программу. Присоединяйтесь к сверхъестественному движению. Если вы хотите больше узнать о том, как вы можете улучшить свою жизнь и переживать сверхъестественное в своей жизни, то посетите наш веб-сайт или позвоните по телефону, указанному на ваших экранах. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам в следующий раз, и мы увидим еще больше сверхъестественного сейчас.